Так проходят будни жителей улицы Стальского, 9. Гигантская лужа затопила въезд во двор. Пройти прямо просто не получится. Придется либо обойти лужу, либо промочить в ней ноги. Лужа появилась еще 3 июля. Местные жители думали из-за дождя, но вода не уходит до сих пор. Более вероятная причина – порыв на водопроводе. Отправили вроде как управляющую компанию. Сказали, что должны вот в ближайшее время посмотреть. Ну, как видите, неделя прошла, а до сих пор ничего не изменилось. Местные жители опасаются, что вода может подмыть грунт. А там и ямы, и провалы, и аварии. И нам с коляской вот неудобно, да и ребятишкам, да всем неудобно поверху ходить. Лужи перепрыгивать. О ситуации узнали в Омск-водоканале. Обследовали участок. Бригада работала на водопроводных сетях поблизости, и мастер визуально осмотрел сети водопровода на Стальского, 9. Повреждений обнаружено не было. Мы направили всю информацию в администрацию города. Теперь разбираться в ситуации предстоит специалистам дежурно-диспетчерской службы.